Здравствуйте, мои дорогие. Итак, я вам показываю своего леопарда. Показываю я его не в первый раз. Начала я эту работу. У меня есть видео на канале о процессе об этом. Но вот что я решила. Я решила, что с этой работой я вступлю в СП по ниточке от Алины Рукоделия. Алиночка, тебе привет. И всем девочкам передаю привет, которые вступили также в этот проект совместный. Здесь вышито несколько цветов уже. Отшитых полностью. Вышиваю я по цветам. Отшиты здесь цвета номер 2, 5, 10, 11, 12, 6, 23. И сейчас я вышиваю цвет номер 20. Это вот такой коричневый цвет. Это набор от фирмы AliExpress, аналог Дима этот дизайн, вы прекрасно знаете, какой же в оригинале есть набор и результаты, девочки показывают. Но еще раз повторяюсь, в прошлых видео я говорила, что я считаю, до Дима еще не доросла, и решила попробовать сначала вот такой вот аналог, потому что в любом случае леопард мне нравится. Честно говоря, он мне нравится уже сейчас в таком виде, не в отшитом, а просто с нанесенным рисунком. И так полагаю, что он будет обязательно мне нравиться, греть душу в отшитом виде. Что у меня с организацией ниточек? Пользуюсь я вот такими нитковыдевателями. Это как раз-то вот тот самый цвет номер 20. Остальные ниточки таким образом перемотаны на бобинке. Я привыкла к такой организации, мне это удобно и комфортно так работать. Раму я помещу на вот такой станочек. Сейчас буду одевать раму, покажу ее вам в вот этом виде. Ну что, мои дорогие, вот так моя работа выглядит на станке. Вполне натянутом виде. Значки есть тут. И есть вот тут. Ну, а еще значки, к ним идет бумажненькая схема. Она выглядит вот таким образом. Извините. Так, вот такая схемка. На одном листе. Глянцевая. Ну, по крайней мере, значки различимы. И здесь магнитик неодимовый вот прикреплен для того, чтобы ниточку с иголочкой сюда крепить в случае чего. Ну что, поздравляйте меня. Я поздравлю всех, кто вступил в наш теперь с вами совместный проект по ниточке, по ниточке. Ну а вам, дорогие мои, спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.